Более 80 тысяч мероприятий по разным направлениям провели парламентарии 60 подмосковных фракций «Единой России» с начала года. За это время было рассмотрено свыше 16 тысяч обращений жителей, организовано более 5 тысяч приемов граждан, а также свыше 6 тысяч мероприятий по контролю благоустройства территорий, капитального ремонта социальных объектов, строительства и ремонта дорог, реализации программы социальной газификации и других. В этот сложный период на «Единую Россию» легла особая ответственность, так как нас и большинство, и мы действительно представляем власть в регионе на всех уровнях. Тут должна была включенность, но актив почти 900 человек, депутаты всех уровней, это наша оперативная составляющая в этой работе. Единороссы Одинцовского округа в этом году активно участвовали в реализации партийных проектов: муниципального военные городки, региональных и федеральных историческая память, городская среда, безопасные дороги, старший брат и других. Наша партийная работа, она абсолютно четко пересекается, управляется теми задачами, которые ставит политсовет Московской области, совет руководителей фракций, вот, членом которого я являюсь. Постоянно подводятся итоги, ежемесячно обязательно, мы раз в две недели смотрим наши показатели, как они в какой позиции находятся в отношении наших коллег. При этом главным направлением в работе депутатов остается общение с жителями, обратная связь. Особое внимание было уделено социальной поддержке жителей. Партийцы активно помогали переселенцам, собирали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Конечно, мы переживаем и волнуемся, потому что каждый член партии «Единая Россия» в нашем депутатском корпусе ответственно подходит к порученным поручениям и проектам, которые... Мы своим сердцем решаем эти проекты, стараемся привлечь жителей к решению этих проектов. И радуемся, что у нас в основном все получается. В рамках расширенного заседания областного совета руководителей фракции «Единой России» также обсудили народную программу партии, провели интерактивные лекции и определили задачи и избирательный цикл 2022-2024 годов. Полина Толмачева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».